Ребят, здравствуйте. Вот с такой ситуацией многие сталкиваются из вас. Жестковато так, да? Это бензонасос. Да, понятно, что бензонасос. Война и немцы, можно сойти с ума. Что делать, Дим? Разбираться. Вот что делать? Ребят, начинаем разбираться. Удачи нам. Что, отжили они свое, да? Угу. Отыграли. А высокочастотник здесь так и остался. Но он же не подключался у нас, да, Юр? Твиттер и так далее, как многие их называют. У нас здесь установлены твиттеры рупорного типа. У нас здесь установлены по два динамика 16-сантиметровых в подиумах с верхним расположением. У нас здесь установлено две пары сильвестров 61SE. Все работает от четырехканального усилителя Апокалипсис AB400.4. Два канала в мостовом подключении работают на мачете Light 12. И два канала работают по два динамика в каждый канал. То есть у нас канал нагружен в 2 Ома. Твиттеры играют от магнитола. Магнитол у нас Пионер с двумя парами линеек. Ребят, медная проводка. И бюджет аудиосистемы у нас составляет нехилый бюджет, я вам так скажу. Смотрите, прикол еще. Вольтометр. Вольтометр не обладает большим интеллектом, и мы сейчас стали выводить кнопку. Раз. И чтобы он выключался. Так, теперь по бюджету. 51 325 рублей. Подиумы, короб, проводка, все компоненты. И в рамках акции «Бесплатная установка» все эти железки мы поставили абсолютно в подарок. В рамках акции «Бесплатная установка». Ребята, сейчас выгоняю, здравствуйте, выгоняю тачку на улицу, включаю вам прослушку. Ребята, вот так называется трек «Камп МВРВ». Ребят, что же мы сделали с фоном? Да все очень просто. Вывели косичку, плюс, минус и рем из багажника. Но получилось так, что штатную массу с колодки не отцепили. Вот, собственно, в этом и была причина жуткого фона. На самом деле, да, у нас появляется просто дополнительная масса. И в связи с этим у нас получается то, что жуткие наводки, жуткий фон, шипение, вот это вот всякая нечисть. Конечно, это неприятно, это нужно знать, но бывает человеческий фактор, мы тоже иногда это опускаем из вида. Вот такая вот снаряднейшая приора белого цвета с верхним южным расположением динамиков. Ставрополю передаю огромный привет. У нас зима, у нас уже новогоднего настроения практически еще нету. Потому что работы много. Мандаринов пока мы не чувствовали. Настроения у нас не было.
Смотрите, кто идет. Алексей Иванович. Он сейчас гасит. От меня прячется, говорит, иди нахер, говорит, свои метры. Алексей Иванович, как? Иванович, я думал, ты ругаться идешь. Ну, из-за громкой музыки. Ну, надо хипу. Ребят, спасибо всем за просмотр. Еще раз повторюсь, бюджет аудиосистемы 51 тысяча рублей. В рамках акции бесплатно все это железо мы установили клиенту в подарок. С наступающим Новым годом. Двигайтесь с музыкой.